Всем привет! С вами шеф-кондитер Александра Овешкова, и сегодня мы будем готовить лимонный крем. Этот крем подойдет как для бисквитных тортов, так и для муссовых десертов. Также вы можете заполнять им капкейки или тарты. Он безумно вкусный, простой в приготовлении и очень ароматный. Существует много способов приготовления лимонного крема, я делюсь с вами своим самым любимым. В сотейнике у нас сок лимона, цедра лимона и желатиновая масса. Желатин у меня фирмы Dr. Oetker в голубых пакетиках силой 220 блум. Замоченный он 1 к 6. На одну часть желатина сухого у вас уйдет 6 частей воды. И в миске у меня отдельно слегка смешаны яйца и сахар. Подробную рецептуру с количеством ингредиентов вы увидите в описании под видео. Сейчас я нагреваю сотейник. Как только масса станет горячей, пойдет пар, я тонкой струйкой начну вливать яйцо, смешанное с сахаром. Масса нагрелась, тонкой струйкой вливаем яйцо, смешанное с сахаром. Завариваем наш крем до температуры 78 градусов. Я не пользуюсь термометром, я буду проверять на след. Когда я наклоню сотейник, на дне сотейника будет виден четкий кремовый след при проведении венчиком. Здесь у нас яйцо, поэтому работаем обязательно венчиком, не силиконовой лопаткой, чтобы наш венчик разбивал массу. Кипеть крем ни в коем случае не должен. Огонь у меня стоит чуть ниже среднего. Наш крем готов. Обратите внимание, когда я наклоняю сотейник, на дне сотейника виден четкий кремовый след. Теперь мы остужаем нашу массу до 45 градусов, после чего делаем эмульсию с помощью блендера вместе с холодным сливочным маслом. Я буду остужать на водяной бане, тогда масса быстрее остынет. Друзья, наш крем остыл, переливаем его на холодное сливочное масло, порезанное маленькими кубиками, и делаем эмульсию с помощью блендера в течение 1 минуты. Аккуратно заводим блендер под углом, выгоняем лишний воздух, стуча стенка о стенку, для того, чтобы у нас была шелковая текстура и в эмульсии не было воздуха. Друзья, наш лимонный крем готов. Посмотрите, какой он нежный и шелковый. Я буду разливать свой лимонный крем в песочные миндальные заготовки. Рецептуру миндальных тартов вы можете посмотреть в описании под видео. Ссылочка будет прикреплена. А если вы хотите научиться готовить невероятно вкусные современные десерты и тарты, приходите на мои бесплатные вебинары, ссылка будет в описании. С вами была Александра Овешкова, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, до новых вкусных выпусков!